Программа «Активное долголетие», направленная на поддержку здорового образа жизни, за время своего существования стала очень востребована у людей старшего поколения. Но в связи с пандемией мастер-классы и спортивные секции в рамках проекта были отменены. Сотрудниками Центра социального обслуживания населения «Вера» было принято решение перейти в режим онлайн и вести занятия удаленно. У нас в настоящее время есть расписание на нашем официальном сайте, где присутствует около 7 активностей, которые наши получатели могут наблюдать через интернет. После постепенного снятия ограничений возобновили свою работу только спортивные кружки, которые проводятся на улице. Людмила Лозинская в Центре социального обслуживания работает 18 лет. В настоящий момент исполняет обязанности инструктора по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике. Первая группа – они те люди, которые давно занимаются, и те люди, которые быстро ходят. То есть до 65 лет. Они двигаются прекрасно, и они занимаются в первой группе с 10 часов до 11. Далее идет вторая группа. Там люди постарше. Также сейчас сформирована еще и третья для новичков. В каждой не более 25 человек. Занятия проводятся при обязательном соблюдении социальной дистанции. Некоторым сотрудникам пришлось переквалифицироваться. Так, медсестра по физиотерапии Вера Толмачева сейчас ведет творческие кружки. Рассказываю я, как что делается, как красится яйцо, как детали делаются, как все крепится. Но для этого много материала надо, конечно, нужен и клей, и краски, и клеевой пистолет, и для сушки фен. Вот мы, такая работа. Для онлайн-занятий преподаватели заранее информируют, какие нужно подготовить материалы. Чаще всего самые доступные. Это макаронные изделия, крупа, нитки, бумага. Делаем тарелки декоративные, делаем вазочки всевозможные. Так что у нас объем такой работы разнообразный, доски украшаем. Люди очень у нас довольны этой работой, им очень нравится. Во-первых, это мелкая моторика. Для пожилых людей это самое главное. Творческие мастер-классы особенно популярны у посетителей центра «Вера», но сейчас проводить их в помещении сотрудники, к сожалению, не могут. А в онлайн-формате проводить их достаточно сложно. Организатор культурных мероприятий Наталья Мачехина разработала целых 3 программы. Это будут ознакомительные видеоуроки. Не все люди знают вообще, какие есть художественные материалы, как они действуют. И вообще знают, что есть гуашь, акварель. Масляные краски, а что такое пастель, не все знают, что какую работу можно выполнить пастелью тоже. То есть это я показываю, буду объяснять элементарно, как можно распланировать при занятиях с углем, с сангиной, тут же натюрморт или, допустим, пейзаж. Также Наталья будет вести лекции по здоровому питанию и кружок «Моя любимая дача», где помимо советов по уходу за растениями, рекомендации по физической активности. Например, сколько тратит человек калорий при работе на огороде. Уборка в саду, она сожигает 400 килокалорий. Стрижка газона 250-350 килокалорий. Онлайн-занятия и спортивные кружки на улице проводят 5 сотрудников центра. Некоторые ведут сразу несколько направлений. Мы сталкиваемся с таким вопросом о наличии хоть какого-то оборудования у наших пенсионеров для того, чтобы можно было посмотреть экскурсию или принять участие в мастер-классе. И мы хотели бы попросить и родственников наших получателей услуг, чтобы они тоже оказывали поддержку. Я знаю, что многие бабушки у нас пользуются телефонами внуков для того, чтобы выйти на онлайн-конференцию. С февраля будут запущены дополнительные онлайн-занятия по 4 направлениям. Всю информацию можно найти на сайте учреждения. Также сотрудники центра «Вера» продолжают принимать заявления от желающих посещать спортивные секции по программе «Активное долголетие». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.